За 3 месяца этого года в отделе ЗАГС Солигорского райисполкома уже прошло 8 торжественных регистраций, посвященных различным праздничным датам. Вспоминают сотрудники ЗАГСа и довольно интересные случаи. У нас еще была такая регистрация брака интересная. Бывшие супруги, жениху 80 лет, супруге 77, вот они решили вновь себя соединить узами брака. По каким-то обстоятельствам брак был расторгнут много лет назад, и они вновь решили идти по жизненному пути вместе. В 2017 году уже 3 пары золотых, серебряных и бриллиантовых юбиляров вновь перешагнули порог дворца бракосочетания. Владимир и Татьяна Трофимович стали 4-й. Бриллиантовые супруги – пример многолетней любви и верности. У них 3 детей, 6 внуков и 4 правнука. С бриллиантовой свадьбой и в честь столетия со дня образования органов ЗАГС супругам Трофимович вручили памятный адрес и торжественно расписали. Уже 60 лет вместе. Свою любовь и теплоту супружеская пара не растратила за эти годы. Кому, как не им, знать секрет счастливой жизни. Я хочу пожелать им, чтобы они все доживали до 60 свадьбы и дальше по 15, по 20 лет еще жили. Что больше сказать? Чтобы жили счастливо. И главное, не было войны. Самое основное. Все. С юбилеем молодоженов поздравили родные и близкие. Я могу сказать, что у меня родители очень хорошие, очень добрые. Ну, здоровье, конечно, им счастье, чтобы еще прожили до следующей свадьбы. А молодые, словно и не было прожитых лет, с прежней нежностью смотрят в глаза друг другу и хотят, чтобы молодежь следовала их примеру.